Сегодня 25 июня, Чечевица. Стоит жаркая погода. Где-то, ну, сейчас уже 30 утра, а так где-то до 37-38 печет. В целом Чечевица здесь уже закрыла. Благодаря дождям она набрала вегетативную массу кое-какую, но где-то не успела, конечно. Все исходя из пестроты плодородия на участках. Но есть вот такие вот участки. Есть более слабенькие участки. Но здесь в основном из-за того, что край технологическая как бы колея. А так Чечевица достойно выглядит. Цветет. И высота здесь, во всяком случае, по сравнению с прошлым годом, ну, хорошая высота. Тут 30 сантиметров есть. Она еще поднимется. А сейчас цветет. Насколько ее хватит, конечно. Но я думаю, что жара все равно же, она должна отступить. И, может быть, пойдет дождь. Влага сантиметров где-то на 5-6. То есть влага еще в почве есть. Потому что до жары были дожди. И в целом, ну, выпадали как нужно. Где-то медленные дождики падали. Ну, как на огороде, когда поливаешь. Поэтому какие-то участки получили достаточно осадков. Какие-то, конечно, есть участки, где дождей совсем, можно сказать, не было. Но там и как бы свой микроклимат, он так исторически сложился. Там и почва, они другие. Поэтому это нормально. В целом. Вот так выглядит Чечевица на сегодняшний день. Достаточно неплохо, ровно. Есть участки позасореннее. Может быть, я даже выбрал участок один из самых лучших. А есть где осод пробивается, есть где крестоцветные. Возможно, что устойчивые, которые устойчивые к гемозотопиру, ну, то есть клеарфилд, рапс, потому что обычно крестоцветных нет после обработки. А так, в целом, как бы поля, ну, относительно все хорошо выглядят, если брать в общем.